Очень приятно то, что польские бойцы очень внимательные и очень умные. Хорошо понимают то, что я им показываю и какую технику даю. Окей? Когда, если быстро пойти... Как бы много на разных международных турнирах видел поединки с участием польских бойцов. Как бы у меня остались свои впечатления после этих поединков. И я как бы стараюсь дать то, в чем отстают именно польские спортсмены. У них в первую очередь это, конечно, клинч. Польские бойцы слабые в клинче. И плюс они работают больше, ну, одинаковая у всех простая и одинаковая техника работы ног. Потому я постарался дать максимум разнообразия, даже от одного и того же удара, максимальное количество разных техник защиты и контратаки. Мы локоть. Да, вот мы можем взять. Оставайся за потом сбивай меня. Оп, не. Ты... Не отличается, просто тренер, в первую очередь тренер, и каждый спортсмен, который уже начинает выступать на соревнованиях, должен понимать, за что ему дают баллы. Можно много ударов ударить, а судья ему баллов не даст, потому как бы надо разбираться, за что именно, как оценивается сам поединок. И если спортсмен понимает, когда ему нанесли удар, он пропустил 2, например, очка или 2 балла, и он сможет тогда в свою очередь отдать 2 или 3, чтобы выиграть любую ситуацию. И каждый спортсмен и тренер в первую очередь должен разбираться, как оценивается каждый удар. Тогда? Ну, в первую очередь, самое главное, должно быть одинаковое желание, как спортсменов, так и тренера. И плюс, конечно, без помощи, без поддержки спонсоров или страны очень тяжело достичь успеха. Но я в своем начале, в своей тренерской карьере, все-таки работал без поддержки Министерства спорта нашего и без поддержки спонсоров. Но потому что я считаю, что самое главное – желание. Если есть желание тренера, желание спортсмена, и спортсмены хотят учиться, а тренер тоже хочет учиться, потому что тренер должен, как и спортсмены, всегда учиться, тогда в любом случае будет 100% результат. Если себе цель поставить, то нету недостижимых целей. Цели любой можно достичь. Ну,